Всем привет! Мой виноград, который я выращиваю из косточек, вот на 16 октября в теплице. У него еще зеленые листики вверху. Внизу листиков уже нету. Внизу, когда были морозы, и эти листики прихватило. Но лоза, в принципе, выросла хорошо и даже созрела, мне кажется. Вот так выглядит лоза. Хорошие почечки. Я думаю, что на следующий год, по крайней мере, я надеюсь, что здесь что-нибудь да будет. Мне очень интересно самой узнать, что же из этого получится. Здесь, я не знаю, какой это сорт винограда. Садила я два сорта. Один зеленый, очень вкусный, крупный, а другой черный, тоже крупный и тоже сладкий. Вот. А вот второй кустик в теплице, он маленький. Ну, тоже здесь внизу, по-моему, все-таки есть сантиметров 20 хорошее вызревание лозы. Но вверху здесь, получается, была сломана центральная веточка и пошел расти пасынок. Пасынок тоже с зелеными листьями. Может быть, еще немножечко все-таки дозреет эта лоза. Ну, а если не дозреет, главное, чтобы кустик был живой и выпустил, как говорится, новые паростки на следующий год, новые лозы. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь. Может быть, на следующий год что-нибудь здесь и будет. И я обязательно вам покажу, стоит ли, конечно, выращивать из косточек виноград или нет. Но мне лично очень интересно. Это увлекательное занятие — садить косточки и выращивать. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь не дичка какая-нибудь виноградная выросла. Но пока всем до встречи!